Мы вышли с корабля, с парома и идем в направлении в город. Какая красота тут. На улице тепло, 23 градуса. Идем пешком, потому что наша гостиница, отель расположен рядом. Перешли-то на ту сторону, а теперь вот нам с чемоданом. Нифига себе. Вон туда пилить, высоко. Пошли. Ой, поднялись. Вы знаете, я посчитала, 114 ступенек. Ох, жарко, я в куртке. На город. Вот еще не все. Еще осталось там несколько ступенек. Пошли. 144 ступеньки. Ой, вон на той стороне, смотри, карусель поднимается. Мы были вон, видите, там желтые домики. Вот тут. Вот на этом острове мы были в том году. Мы чуть-чуть не дошли до карусели. Там гуляли. Сейчас, наверное, солнце скроется, вон туча какая-то идет. Пойдем? Хорошо. Ладно, нам надо идти в гостиницу. Заселились в номер Скандик на 5-м этаже. Зеркало. Сразу начну. Здесь есть утюг, по крайней мере. Фен, одеяло. Ой, здесь еще есть подушки. Ну-ка, сейчас покажу сразу, как расположено. Здесь такая душевая, туалет обычный, маленькая. А, фены. Ну, обычное все. Так, дальше, дай я покажу. Столик, телевизор, номер маленький, кровать и лампочка. Свет экономим, выключаем. Вид из окна зато классный. Вот какой у нас вид из окна. Окна бы помыли хоть. На парк аттракционов. Чайки. Интересно, комары есть тут? Ага. Туча какая идет. О. Добрый вечер. Сегодня у нас 4-е, понедельник. Мы пришли вот с той стороны. Вот там, видите, написано. Вот там наша гостиница. Перешли речку и пришли в старый город. Сейчас здесь вечером народу мало. Можно пройтись по улочкам. Мы живем в гостинице, в отеле, в шаговой доступности. Поэтому можем здесь ходить, гулять. Вот по этим узким-узким улочкам. Наслаждаться красотой, архитектурой, морским воздухом. В общем, любоваться. Вышли на площадь. Здесь кафе. Очень много туристов. Вот какой-то дядечка тут. Ты кто? Такой красавчик стоишь. Вот это старейший здание банк. Был использован с 1680 по 1905 год. Да? Банк был? А из чего сделана эта дверь? Деревянная дверь. Пойдем. Представляешь, какая красивая? Что это такое? Церковь, храм или что? Не знаю, что. Представляешь? Смотри, какой красоты. Сейчас почитаю, что это такое. По узким улицам Стокгольма.
Пойдемте прогуляемся. Да. Красивый город. Да? Череп торчит. И тут череп. Ставни были. Туристы еще ходят вовсю. Музей, наверное. Посмотрите, там кто. А? Кто это? Люди. Люди. Прошу вас. Потише. Потише. Сейчас еще одну красавицу здесь покажу. Не пугаться. Не пугаться. Вот она. Ужас. Ночью приснится. Чем? Ну как отсюда смотрится? Полдесятого. Да? Какая красотища. Идти здесь не очень удобно. Камушки. Здесь экскурсоводы что-то рассказывают. Народу много. Здесь такое кафе. Какое здание? Идем дальше. Как плющ обвил. Везде, везде, куда ни посмотри, кафе. Люди отдыхают, туристов много. По-моему, мы пришли на Дворцовую площадь. Вон караул. Им разрешено шевелиться. Но днем здесь очень много народу, не протолкнуться. Ходили мы сюда. В этот дворец. Да, были мы здесь. Здесь днем экскурсий столько. Коня укрепляют, что ли? И Стелла-то рассказывали в том году, что она это падает. И смотри-ка, год прошел, а они все ее не укрепили. Площадь. Вон караул. Хорошо, когда народу нет. Я удивляюсь. Женщина, что ли, караулы стоит? А здание сеткой накрыто. Наверное, будет ремонт. Пушки посмотрим. Ой, около пушек стоит караул. Вообще надо было купить путеводитель, чтобы можно было что-то хоть рассказать, показать. Стоит караул на площади. Идем дальше. В лучах заходящего солнца часы. Слышите колокола? Каждые 15 минут бьют. Здорово. Прям сказочно. Как будто мы в средневековье очутились. Тоже
узкая-узкая улочка, и там часы. Вертолет что-то кружит. Такие домики сказочные. Тоже узкая улочка. Вообще очень узкие. Раньше дома строили впритык друг к другу. Место экономили. Как вам нравится? Вот так люди живут. Смотри, каждый переулок очень-очень узкий. Как не заглянешь, вот. Узкий-узкий-узкий. Дошли к магазину марок. Сколько что стоит? Вот у меня есть вот такая марка болгарская. Она стоит 50 крон. А русских больше здесь нету. Вот только тут есть с Гагарином 250 крон. Больше ничего нет. А где с Гитлером-то? Вот с Гитлером тоже 250 крон. Так что у меня марка стоит 50 крон. Не нашел больше? Мы так увлеклись марками. Получается, моя марка 350, а вот с Гитлером по 600 крон. Третий рейх тут вот в марке. Вот эти ценятся. Так что моя марочка одна стоит 300 рублей. 300 копейки. 350. Марки посмотрели. Идем дальше. Тоже какая-то скульптура. А вот сейчас я вам Барби покажу, идет. Красотка Барби. Вот такие красавицы гуляют по Стокгольму. Очень экстравагантная красавица. С куклой идет. Эпатажная такая девица, красавица. Нажмите на кнопочку. Или пойдем тогда. Мама, девчонка эпатажная, да? Пришла в кафе посидеть. Может, мне так завтра нарядиться? Пошли к набережной. Ну, какие цветочные композиции. И колоски, и георгины. Плющ. Красиво. Забыла вот эти синенькие. Господи, памяти. Набережная. Ты кто? С русалкой. Ты кто? Прекрасный принц. Мифический герой. Здесь идет череда кафе. Как я говорила, мы вот там, наша гостиница, прям рядом. И на море, на залив, на этот вид у нас. Я потом из окна покажу. А, петунии цветы. Вот видите? Немного погодя и вспомнила, как они называются. Петунии. Сейчас 10:30, на улице очень-очень светло. Очень светло. У них, как я говорила, солнце поздно заходит. И белые ночи сейчас. А, вот корабль. Мы вот там ходили в том году. Вот сюда шли. Вот там. И чуть-чуть нам не хватило дойти до каруселей.
Водичка, водичка. Пойдем в кафе? Нет, мы зайдем, может быть, в Макдональдс. Я пить хочу. Хотя здесь можно пить воду из крана, написано. Вода очень чистая. И правда, она очень вкусная, хорошо очищается. На, сейчас. Пейзажи местные. Ой, только бы не упасть за борт. Здорово. Солнце заходит. Аттракционы все работают, я вижу. Корабль отплыл.